Всем привет, ребят. Ну что, мы выбили нового героя. Сейчас мы его протестируем, посмотрим. Посмотрим, что он может. Нету достоверного описания на него пока, к сожалению. То есть давайте даже паролем талантики посмотрим. Может, у нас получится выбить новый талант, если он падает опять же с коробок. Коробки есть. Если нет, поставим какой-то талант, который выпадет, и побежим тестить. Ну, наверное, дефный какой-то поставим. Можно Бехарлёва поставить. Так. В общем, непонятный герой, какую-то редиску нам добавили. Что он дает, как он работает, сейчас мы разберемся. Я надеюсь, если нет, будем ждать уже чего-то интересного. Так, поехали, улучшаем. Немножко его подкачаю, чтобы он так быстро не дох, потому что мы тестить его будем-то на минималках, как обычно. Потом я уже буду его прокачивать и будем смотреть. Поставим ему нового питомца, давайте. Где там новый пят мой? Ты где? Я не понял, вот ты. Вот такая вот сборка у нас. Или давайте даже не будем нового ставить, поставим просто на дефный вариант на хил, чтобы посмотреть, что же этот герой все-таки может делать. Так, идем на подземочки. Какие-то более тяжелые возьмем подземки. А то это ж новая имба у нас. Так, окей. Поехали, посмотрим. Он у нас уже второго уровня, кстати. Так, смотрим. Ну, как видите, дальник. Это радует. А зональный урон вокруг него останется. Что-то быстро как-то он шатается вблизи. Ну, урон, конечно, прикольненький. Ну, вроде как бы сделан прикольно. Не знаю, что он будет. Сейчас посмотрим еще, или он автопрокер, или нет. Это интересно, думаю, всем. Так. Так, так, так. Сейчас, секунду. У меня все в процессе, чтобы у вас было все в первую очередь. Так. Ну, в общем, вот так вот как-то. Урон вроде держит. Конечно, у него уже 8-й бас. Так. Сейчас я почитаю внимательнее его умение, что он точно может. И будем раздупляться. Так. Паскальный кролик. Конфуций. Это немножко не тот. Так, редиска случайным образом восстанавливает здоровье ваших героев и дает им возможность справиться с каждой из способностей. То есть, по сути, он снимает, наверное, скорее всего, бафы, дебафы, что заставит этих героев нанести урон вражеским целям. Имеет иммун к молчанке, то есть противары хорош. Поехали, сейчас будем его улучшать. Посмотрим, хорош ли он или нет. Немножко его подкачаем, чтобы он стал более живущий, и поставим хотя бы какие-то рунки. Или, в принципе, можно рунки пока не особо заморачиваться ставить. Побегаем, как обычные смертные игроки. Такс. Ну, давайте 160-й. В принципе, можем сейчас немножко просвета вкачать. Берику. Для пятой ремки, по-моему, 70 или 81 надо, думаю. Сейчас быстренько вкачаем. Ну, в общем, такое, не знаю. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу героя обновы. Ну, такое какое-то непонятное ощущение, честно скажу. Раньше или это было имба обнова, или какая-то такая, а тут уже тут как-то непонятно, и не туда, и не сюда. Били нашу редиску быстро. Ну, вот, конечно, у нас не прокачанный так, как надо. Такс. Что там у меня? Нету ничего на ману поменять. Продать на ману ничего нету, нету. К сожалению. Ну ладно, качаем дальше. Не знаю, что ему по талантику ставить. Будем тестировать его еще. Тогда будем определяться с талантом. Но пока неизвестно.
Такс. Четвертое. 71-й надо. Ну, поехали, еще добьем. Лазуля, ну давай включайся. Это Лазуля наш тупит. В принципе, чё я парюсь, можно и так ману докупить. Такс. Все таки потратил. Да, ребята, потратил, чтобы сэкономить время. Так, 71 уровень надо нам, да? Чуть-чуть не хватило, ну прям чуть-чуть. Сейчас мы добьем уже и проверим, автопрокер или нет. Если автопрокер, будет интересно. Такс. Окей, есть. Жизни, как видите, в принципе, у него немало. То есть среднестатистический, скажем так, редька будет у нас. Так, окей, улучшили. Смотрим. Вот такая вот сборка. Поехали опять же на те же самые подземки. Смотрим, он у нас... Смотрим, называется. Ну, от стана надо его однозначно спасать. Так, это ангел подхилен. Ну, может, ты включишься сам? Не, не хочет. Надо, короче, ему ставить слона. Стан — это все. Так, слон, и смотрим. Давайте просто где-то посмотрим, как он сейчас будет у нас. Автопрокать или не будет? Нет, не автопрокер. То есть надо цель, как видите. Без цели он нифига сделать не может. Вот так вот. То есть по сути ему нужна цель. Значит, ремка тут нафиг не нужна. Ставим. Давайте железку поставим. Ради интереса, чтобы там его первое время тоже не станили. Так, поехали. Пробуем сразу же на этого чипиздрика выкинуть. Ну, понятно все. Не вариант. Как-то он хромает. Не знаю, что-то у меня первое впечатление героя какая-то реально дичь. Возможно, второй герой будет интересный, но это что-то... Это Андреал какой-то. Какая-то хрень полная. Возможно, он будет для PvP-локаций хорош. Но я пока... Не протестирую, вам ничего, ребят, сказать не могу. Поехали. Так, он должен, по сути, хилить. Что-то отхилил, но это, скорее всего, отхилил смотритель. Так, смотрим еще раз. Не, хилит все-таки. Все-таки он себя хилит и, по идее, должен хилить еще моих дружественных героев, которых у меня тут нет. Ну, от хила, я вам скажу, не так уж и много. И кулдаун есть. То есть специфический герой. Так, хорошо. С этим разобрались. Смотрим на его умение. Так, три героя, судя по всему, 240% атаки, 150% от хила. Кулдаун, скорее всего, 4 секунды. Теперь поехали сюда. Так, увеличение целей 700, 800 наносит атаки, 3 цели для отхила, судя по всему. Может, я ошибаюсь. Вот 4 цели стало, аж на 12. 640 отхила, кулдаун
Везде одинаковые 4 секунды. Ну, поехали, проверим это еще разок. Так, смотрим. Включился. Включился, да, все-таки кулдаун 4 секунды. Такое что-то, не знаю, пишите в комментах, что вы думаете. Непонятное для меня существо, какой-то овощ новый, кидается морковками, полный одеж, но посмотрим, возможно, он станет имбой, мы его еще потенциал не открыли на максималке. В общем, ждите дальнейших видосиков. Все, пишите комменты, всем удачи, всем пока.